что нас всегда радует, компания имеет очень добрые отношения с органами власти, с местным населением, имеется в виду коренные народы, всегда очень аккуратно ко всем этим вопросам подходят. Неминуемо движение идет на север, новое развитие в целом в Западной Сибири все равно будет связано все больше и больше с Ямалом. Много у нас проектов, в том числе, которые уже сейчас реализуются компанией. Приоритетный проект, который для нас в текущем году, запуск ближних мясоедского месторождения. Тут сомнений никаких нет. Мы запустим это месторождение, потому что ресурсы